Сегодня рано утром по всей Москве прокатилась ужасная новость. Трагедия произошла с нашим любимым российским актером Константином Хабенским. Константин Хабенский снимался во многих сериалах и российских фильмах. Многие считают его своим кумиром. Сегодня ночью случилась беда. Константин Хабенский, возвращаясь домой после съемок, возле своего дома увидел, как пьяный хулиган пристает к девушке. Он решил заступиться за девушку, в результате чего получил черепно-мозговую травму. Хулиган чем-то тяжелым ударил Константина Хабенского по голове и скрылся. Девушка, на которую нападал хулиган, также убежала в неизвестном направлении. Константина Хабенского обнаружили на улице без сознания его соседи, которые вызвали скорую помощь. Сейчас Константин Хабенский находится в больнице, ему уже ничего не угрожает. Уже завтра утром, дорогие наши зрители, на нашем канале появится продолжение этого выпуска, где будет более подробно все рассказано и расписано. Сейчас Константин Хабенский готовится писать заявление в полицию. Подписывайтесь, друзья, на наш канал, следите за новостями и будьте всегда с нами.